Подожди, это был Смоленко? Это был его друг, который отвечал на Смоленко типа шип. А сейчас будет Смоленко. Подожди, когда. То, что Влад любит, но то, что я не очень люблю. Но это любит один человек из Крыма, и я, наверное, прочту. Но здесь нужна аллюзия, потому что текст с интертекстами. Аллюзия такая, на верхних ландшафтах города, в Вышеграде и в Пражском граде, стоит почетный караул. Его смена напоминает немножко кукольное действие, там, как оловянный солдатики. Забавно, видишь? Влад Маленко, Пушкин, Чехия. Сегодня день рождения. Рыжие крыши гуситские, карадаги и карапумы, оловянные воины Вышеграда, смена почетного караула, туристы, студенты, бомжи, агенты, краткие люди катят, потухшая страсть под названием демократия. Когда единственная задача выждать, выжить и выжать паузу, ты обучаешься управлять своим полоумным парусом, проявлять внимание и терпимость, выставлять себя на потеху. Рулить между Сциллой и Харибдой, балансируя на подтекстах. Ходить в заклепках, в седой шинели, подминая брусчатку кедами. Знать, что живые трупы отправятся по реке твоей, на ходу перестукиваясь костяшками, кто кого. Мой капитан, прости меня, я безнадежное существо. Я подобен монстру и серафиму, и еще во мне есть мещанство. Я приехал из той страны, откуда не возвращаюсь. Страны Иоанна Кронштадтского и спящих в лесу ежей, электрички, семечки, вдовы, бляди, вместо башен и витражей. Восток-запад, запад-восток, третья попытка стыка. Когда я смотрю на тебя, мужик, мне бывает ужасно стыдно. Ведь я Петрушка, страда, ватрушка, а ты Ланселот и голем. И пока ты не пьешь, не куришь, мой бес изгоняется алкоголем. Подколодная лестница бьется, мотая отельные номера. Ты меня понял? Я тебя понял. Такая у нас игра. Мне известно понятие демаркации, но я млею от слова «бред». Сергей Есенин играет в бисер. И в России сегодня снег.